Так, Яцек на старте. Там кто-то жесткий. БМВ. М57. Ну, хватило. Еще дальше. Это не финиш еще. Еще один. Сейчас берут разгон, ребята. Ну. Красавцы, это уже финиш. Так, возвращаемся к Яцеку. Видите, количество зрителей сразу добавляется. Почти как на 650 силах. Все ждут, ажиотаж такой приличный. Так, ну дождались, старт. Смотрим, под правой лентой пойдет сейчас, да. Ходили они, смотрели. Красавчики. Отлично, отлично. Толкает штурман. Но это зря. Спокойно можно было попробовать. Сразу подальше. Машет мне рукой. Технично, ничего не скажешь. Прямо до якоря доехал. Не знаю, почему сами не пробуют. Может, чтобы не терять время. Давай, давай! Как зовут штурмана? Сам спокойно мог идти, не знаю, почему не попробовали. Так. Главная звезда, кажется, поехала. 630-сильная. Но тут Яцек. Звезда не меньше. До отсечки. Финиш. Давай, давай.
Красиво. Красиво. Интересно еще. Сейчас лебедкой. С выходом. Красавцы. Сейчас штурман бежит и финиш. Палку сбил. Все спокойно, размеренно. Это после всех котлет, почти всех. Заслуженные аплодисменты, да. Чистит протектор. Да. Так, вот хороший. Теперь сейчас будем смотреть. Сядет его или нет? Видите, он проваливается, да, левым колесом. Да. Ну просто там уже накопано и сложно уже зацепиться. У них нет блокировок. Ох, как видите, как глубоко. Ну уже по просто. Уже котлеты прокатали такие. Хороший день сегодня. День 4, да, у нас сегодня? Да. Такого марафона не было еще у меня. В Украине. Пошел. Интересно, пожарные стоят. Полей. Ездили. Вышли там, я тут вошли бы. Мы с пожарной поехали за водой. Вон, да, хоть было уже на что посмотреть. Смотрите, правильно пошли, да, поменяли мотоциклы на эту сторону. Самый громкий. Под лентой. Преимущество маленькой машины. Красавчик.
пошли на финиш. Заход. Пойдет влево или не пойдет? Там на самом деле влево не так просто попасть. Молодец, все равно. Где штурман? Где-то в кустах, да? Ну идет нормально. Финиш. Красавцы, красавцы. Нет вопросов. Правда, что, ребята, первый год только в оффроуде? На другой машине, но все равно это мало. И на этой машине. А, на этой первый раз. Первый раз, да. О, что, на патруле. Где, что? На патруле. Где? А вон, видишь, взлетел и перекусил. Не вижу, где. А вон где пыль. А уже пыль уже оседает. Можешь подбежать, посмотришь. Блин, короче, звуки были. Дрифтил, да? Там дерево. Побежали, что-то там случилось. Поздравляют ребят. Кто-то перевернулся жестко. Поджирик. Что там? Грузно, как обед было. Ты видел? Да. Что там? Хоть пиратскую копию дайте снять. Где он? Красиво. Фото можешь сбросить? Будет. Так, главный судья подходил по вот этой вешке наклоненной синим самураем, ну не самым громким. Ну нормально, чуть-чуть было касание, но в пределах допустимого, поэтому задержка была. Сейчас. Вон радуются ребята, спасибо сказали, фотографируются. Ну хорошо шли, все четко, обидно так, хорошо снял, как раз попало, они передним колесом, сдавая назад, зацепили эту вешку, ну наклонилась чуть-чуть, то есть это допустимое.